Лучшие школьные и дошкольные учреждения Нижнего Новгорода получили гранты от главы города. Детсады и школы представили свои программы развития. Комиссия городской администрации их оценила, и лучшим были вручены гранты на 1 000 000 рублей. Участие в конкурсе, значит, вы стремитесь дать своим учреждениям, нашим учреждениям лучшие программы образования, нашим детям лучшие программы, самые современные, самые новые, и, конечно, это очень ценно. У нас благодаря гранту появится спортивная площадка с покрытием, то есть современная, с резиновым покрытием, с современным оборудованием. Мы заказали тульскую гармонию. Это очень дорогой инструмент, и поэтому мы не могли его себе позволить. А вот сейчас это ровно половина от этого гранта практически. Ну и муфельные печи и обувь для нашего образцового коллектива «Сюрприз» танцевального. Не главное финансовая сторона, главное, что работа над грантом объединяет всех, кто является участниками образовательного пространства.